Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы играем в HOTS, в героев Штурма, за Назиба, и сегодня прокачиваться я буду, я решил немножко изменить прокачку через жабок, пандемия прокачал, поэтому давайте пробовать через жабок. Так. А там что-то наверху, на миде, что-то совсем все плохо. Хотя, с другой стороны, я могу сделать вот так вот. И они получат неплохой пуш. Опа, ну-ка. Поймал. Причем поймал. Поймал обоих, хорошо. Нормально. Опа, еще поймал, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, какой-то бессмертный, я смотрю, да? А, там абатур. Все, я понял. Почему так? Потому что абатур. Поэтому и такой эффект. А вместо кровавого ритуала, наверное, возьмем большое вуду. Так, кэмп. Давайте кэмп. Кэмп заберем. Или что? Будем? Большое вуду, чтобы у нас было очень много маны и хп. Так, экстраза. Лечи, хорошо. Ответка докладывает, что Орда удерживает в плену наших солдат. Приготовьтесь их освободить. Оп. Так, теперь надо с этими. Тут надо, короче, освобождать. Духи согласны. И защищать. Прямо в сердце. Джайна? А, не пошла. А вот жабки-то как раз-таки очень хороши в коридорах. Че, их выкопал, да, случайно? Жабки? Ну, видите, жабки. То, что они тут, конечно, это очень-очень плохо. На таких коридорах, конечно, жабки очень. Вот раз просто на, жабок лови, и все, и... Чего хотите? Не понял. Что, в меня, что ли? А, выпускать надо ее. Я тут, наверное, умер. На меня сейчас как мясник разгонится. Чем это делать? Тут что-то с пушем все плохо. Меня атакуют. Надо это отбить. А, тут этот. С кавалерией мы сейчас это дело быстренько. Всё, пошла кавалерия. Еще сделаем гигантских жабок. С каждым прыжком они будут все больше и больше. И будет
больше и больше урона. И это мне понравилось. Это реально классный талант. Вы мне его, кстати, посоветовали. И... кто там? И не зря. Гигантские жабы. Они наносят реально, реально огромный урон. Оп. А тут как раз есть места, где... Пауки не попали. Тихо. Ну, по героям нормально, по пушу что-то я отстаю немножечко от красавчика. Не попал, да? Ну, жабками, конечно, попасть это да. Ну, такое. Зато они по два заряда жабок. Видите, что они творят? У меня уже 666 маны. Полтысячи здоровья бонусное. 100 маны. Это круто. Это вот одна из лучших пассивок в игре, как по мне. Опа. Так, отпускаем ее. Вот здесь жабы вообще просто сейчас делают дело. Поймал! О! Ой, Джайна, ой-ой-ой. Так, сейчас начнет бегать этот. Это я понимаю, что такое. Что это? Они же дальше поскакали. Не понял. Он не рванет сейчас, да. Тирель рванет. Вот по поводу громадня, честно говоря, он мне не понравился. Объясню почему. Раньше, может быть, мне оно, конечно, чудится, но раньше, по-моему, громадень за мной ходил. Теперь громадень стоит на месте, и вот это мне не понравилось. Я, конечно, не знаю, может быть, типа проигроки продвинутые громадни используют, а духа нет, и дух... Как правило, как вот вы мне говорили, если у них контроля много, то дух это плохо, типа. Ой, ну вот это сейчас была ужасная ульта. Вы этого, короче, не видели, если что. Вы эту ульту не видели. Ее не было, да? Окей. Я заметил, что пауками тоже, кстати, иногда вот, казалось бы, смешно ли, а не попасть. Ну и да, опа. Слушайте, а я иду прямо к ним, не? Я ж прям к ним иду. Да, я мертвый. Надо было мне как-то хоть вниз куда-то идти. Хотя там, там идти-то некуда было, наверное. Мне здесь Алекстраза, наверное... Да. Контролящая ульта от мясника сделала свое дело. Окей. Не так-то много, кстати, я набрал.
отвлекся я от пуша. Видите, у меня вуду уже не такое крутое, как хотелось бы. Зато я сейчас могу это... Вот это поворот, я умер, кажется. Утонул, да? Опа! А, он мне сбил ульт опять, серьезно? Я про изумрудный ветер-то забыл. Я не знал, что он сбивает. Я знал, что он отталкивает, но то, что сбивает, он я не знал. Да, уже громаднее мне бы точно никто не сбил. Ну вот видите, как бывает. О, там жаб, уже по 5 жаб. Я же накопил 40, это пандемия? Как? А, тут непонятно. Тут, наверное, ледяная глыба, потому что меня будут фокусить всякие мясники, и это все дело будет меня спасать. Ну, получил Тираэль. Минус пол хп. Пауки жалко, ничего. Не попали. Не, жабы, вот мне с самого начала, когда только Аназибу узнал, мне показалось, что это скилл глупый. Нет, не глупый. Наоборот. Но. Ай. Спасение. Прилетело. Что-то мне кажется, что мне на базу пора. О, у меня сразу циферки пошли. Я сразу начал вносить в игру делов. Ой, туда мне надо скорее. Мясник. О, мясник подставился. Это как его? А, у него костюм ультралиска. Надо скорее туда идти. О, давай. Я в итоге, по-моему, ничего не успел особо задамажить, но это лучше, чем в прошлый раз. Потому что в прошлый раз было совсем что-то плохо все. Так, паучков. А вот следующий талант, вот это уже, наверное, на вкус и цвет, потому что... Ну, восстановление способностей... За счет пауков. Не знаю, второй скилл очень важен все-таки. Можно, конечно, попробовать этот яд внутри кольца зомби, типа. Стена зомби. О, идут. Надо ножа пускать. Попался. Мясничок. Жабки достают понервничать. О! Ничего не знаю. Ой, нет, это... Нет, все, я умер, все равно умер. А я бы не смог ледяную глыбу заюзать в ульте мясника. Да, зря я обрадовался. Вот кольцо яда, либо колония пауков. Ну, я не знаю, 600 урона лишних не помешает. С одной стороны. С другой стороны... На 7% за каждого противника рядом с ним. До 35%. Время действия 15 секунд. Трупные пауки ускоряют восстановление других базовых способностей. Ну, как сказать?
попробовать может сжатого душ. Я просто очень сомневаюсь, что это вообще поможет мне. А давайте попробуем, мало ли, может прикольно. Сколько? Ой, я что, глыбу применил, да? Меня сейчас мясник будет бить. Свежие! Он все равно меня убил. А глыбу я прожал случайно, потому что я, ну, перепутал кнопки немножко. Ну, в принципе, я не знаю, талант такой экспериментальный. Дамажу я вообще прилично очень. А мощь клана грозовой вершины. Вот только то, что умираю я больше, чем обычно, меня это немножко расстраивает. Потому что я, видите, кнопки как перепутал. Глыбу прожал, а глыба меня бы спасла, может быть, если ее можно, конечно, прожимать в немате ульты мясника. Не знаю. Жизнь вернулась, мое тело. Я хоть посмотрел на талант, но он очень, видите, он... Мне кажется, он чуть ли не... почти не играбелен, вот такое ощущение. Не знаю, духа тут применять, ну такое. Но зато этот скилл можно применять часто. Сейчас тут мои жабки будут... Так, алло, мясник. Давай так поделаем, вот так. Ой, что, я опять умирать? А может, не надо? Кто его оттуда вышиб? Ребята, я сейчас это... Я успел жаб... Я не успел жаб пустить. Все равно догнал меня, Тираэль. А у них абатур пушит вверх. Мы обнаружили еще одну ордынскую тюрьму. Пора туда наведаться. Да, что-то много смертей в этом выпуске. Не очень это хорошо. А, усильте ритуал Вуду. Опять же, сокрушительный дух догонит всех. Жуткая инфекция, но опять же 150 больше урона. Вызволите наших пленников и не дайте врагам освободить своих. В течение... Нет, наверное, все-таки... Наверное, дух, потому что... Это мне в два раза больше придется ждать. Не такой уж это и великий урон. Там что-то у Алекстраза проблемки, по-моему. Да, вот отталкивание немножечко не всем, ну ладно, что поделать. Ух ты! Больновато. Поздновато, но я не привык к этому таланту, ну ладно. Я его первый раз вообще взял. Духи,
А вот за этих не дают, кстати, воду. Заметьте. Стена вообще отлично помогает. Они и пройти не могут, и выйти не могут. Больно, слушайте. Я сейчас ультану ведь и... Я сейчас разозлюсь и ультану. А дух-то, видите, вот теперь он догоняет. Один дух вон что стоит, видите? Дух мощный, я поэтому... Так и хотел сделать. А, все, уже не надо, да? Сейчас Ордей не поздоровится! Только бы они тут не появились. Помиду. Ой, там мясник! Ой, умираю, помогите! Он меня видит, не видит, видит, не видит. Да ладно, я сам эту штуку. Я сам же в эту штуку и залез. Я сам же просто в ульту мясника зашел. Мясник реально вот для таких, как Назиба, он очень неприятный противник. А обычно я беру талант на пауков. То есть каждый паук, 3 паука. Каждый укусит и 0,25. Меньше, быстрее восстанавливаются скиллы мои. Ты можешь отразить одну кавалерийскую атаку, Дректар. Но тебе не победить в войне. Гоу, босс. Гоу. А что, а мы его сможем разве победить? Не, я могу и так. Я могу ультануть, мне не жалко. Урона-то должно быть много. Вот это не надо здесь быть. Он на меня пойдет. Все, я умер. Ну это вот просто обидно сейчас было. Так, а босс наш? Босс наш. Ну ладно, хоть не зря ульданул в босса. Ну, сразу ультует. Ну, босс пошел, ладно. Сегодня много смертей, действительно, лишних. Это мне не нравится, но что поделать. Не обязана игра идти так, как мне хочется. Это невозможно. Ну, всегда в смысле. Это с этим придется смириться. Я обнаружил наших бойцов. Вызволите их из тюрьмы. Ничего себе, там Соня танковала и опыта набрала. Жизнь вернулась, мое тело. Путь расчищен. Их крепость нищета! Дворфийскому бункеру! Истина сожжет вас. Мясник это реально проблема. И это не первый раз такая фигня, что именно с мясником у меня проблемы большие. Не первый раз. Хорошо.
проклятие настигнет вас. Ух ты! Вот это да. А что ты тут делаешь? Нет, не надо. Я не ультовал. Я ульт не нажимал. Я случайно, что ли, нажал? Я умер. Я не знаю, я не ультовал. Видимо, я случайно как-то на R-ку нажал. Я наоборот хотел W нажать. И это... Ну ладно, нажал. Значит, неосторожно как-то нажал. Бывает. Да, сегодня прям что-то не это. Немножко невезучий выпуск у меня какой-то. То ли я невнимательный сегодня, то ли что-то не идет у меня игра. Много ошибок. А, мясник просто живет бесконечно из-за своего отхила. Бесконечного. Ну вот я уже попушу. Да ладно, меня ETC перепушил. Это вообще странно. Это меня расстраивает. Такого не должно быть. У него даже нет столько урона-то для пуша. Или мне чудится? Не, мне не чудится. А как так-то? Он же даже не дамажичий, этот персонаж. Он чисто контроллер. Орда держит еще одну группу пленных. Это ненадолго. Вот это мне нравится, у красавчика этот скилл. Мне кажется, это очень круто. То, что он так, как, ну, гранатометно может с помощью гранатомета так разбрасывать бомбочки, это очень выгодно. Нашим солдатам нужна помощь. Не подведите яма в сердце. Да. Они прям сюда пойдут, да? Ну, тогда жабки. Не, только не этот. Вот только не этот, пожалуйста, не мясник. Он меня уцеливает. Что ж, я не вижу, что же. Как только я подойду, на меня мясник сразу налетит. А-а-а, мясник! В смысле, что случилось? Мне никак не дают нормально ультануть. Я не смог отомстить мяснику. Что ж ты такой живучий, этот Тираэль? Туда идти нельзя, меня там убьют. Зря вот это она делает. Вот и все. Сейчас ульта. Опа! Не, ну тут я МВП точно не получаю. Жалко, я хотел МВП получить. Ладно, победили. Не понял. А он-то тут при чем? Это странно.
Ну ладно, хоть я один куда-то попал в какой-то список лучших, хоть каких-то игроков. Я вот этого сейчас вообще не понял, ну ладно. Ну, мясник, да, как бы мясник, он такой. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока.